47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Магадане выявлены за сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области на COVID-19 обследовано 94 989 человек. За весь период пандемии заболели 4885 человек. С выздоровлением выписано 3545 калымчан. Роспотребнадзор напоминает о том, что необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, в общественных местах надевать маску, перчатки и пользоваться антисептическими средствами. Также после посещения мест с большим скоплением людей необходимо тщательно мыть руки с мылом. Соблюдение этих профилактических мер поможет снизить риск заболевания COVID-19.